Всем привет! Меня зовут Башир, и добро пожаловать на один из самых перспективных объектов на рынке строительства Турции. Данный проект называется Çekmeköy Park, и строится он одним из самых крупнейших девелоперов на рынке строительства Aaolu. Если говорить о самом бренде Aaolu, группа компаний была основана еще в 1981 году и за 40 лет стала очень важной инвестиционной группой, инвестируя не только в строительство, но и в туризм и энергетику. За 40 лет работы наша компания сдала в эксплуатацию более 35 тысяч жилых единиц. Aaolu является не только нашим мощным брендом, но и ответственным и уважаемым застройщиком как в Турции, так и за ее пределами, уделяющий особое внимание качеству своих построек и комфорту своих жильцов. Друзья, Çekmeköy является спальным районом, очень тихий и комфортный, очень подходит для семейного образа жизни. Но, тем не менее, если вы соскучились по шуму мегаполиса, он находится в непосредственной близости. Также я хочу отметить, что при выборе недвижимости очень важно учитывать безопасность. Поскольку Çekmeköy находится на возвышенности, он позиционирует себя как более сейсмоустойчивым районом. Что ж, обеспечив себя чистым воздухом, комфортом и безопасностью, мы наконец-то можем осознать все прелести проекта Aaolu Çekmeköy Park. Но как же нам это сделать? К примеру, мы можем разграничить азиатскую часть Стамбула тремя кольцами. Кстати, также разграничен и город Москва. В этом случае мы поймем, что наш проект находится в пределах второго кольца. Такие районы, как Ataşehir и Ümraniye, с которыми мы граничим, позиционируют себя как финансовое сердце азиатской части Стамбула. В основном благодаря огромным торговым бизнес-центрам. Ну и, конечно же, важно не забыть про государственный мегапроект «Международный финансовый центр», который стартует уже в 2023 году. Между прочим, данный мегапроект будет конкурировать на мировой арене с такими финансовыми центрами, как в Цюрихе, Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке. Район Ataşehir, так же как и часть Международного финансового центра, также построены под патронажем Aaolu. А район Beykoz – один из самых любимых районов турецкой элиты, застроен в основном виллами и находится на побережье Босфора. В пределах первого кольца расположены такие районы, как Kadıköy и Üsküdar, любимчики неординарных туристов и любителей набережных. Соответственно, в пределах третьего кольца такие отдаленные районы, как Kartal, Sultanbeyli, Pendik и Tuzla. Но вернемся же все-таки к самому проекту, и лучше всего о нем расскажут именно цифры. Дата сдачи в эксплуатацию назначена уже на 2023 год, в то время, как мы помним, начинает свою работу и Международный финансовый центр. Количество блоков 13, по 15 этажей в каждом блоке. Общая площадь территории проекта 47 тысяч квадратных метров. Из них более 60% это зеленые насаждения. Типы квартир от 1+1 до 4+1. Общая площадь нет от 42 до 177 квадратных метров. Ну а под самим жилым комплексом будет находиться торговый центр. Вы представляете, размером 30 тысяч квадратных метров. Здесь займут свои места именитые бренды, рестораны, кафешки. И все это будет у вас прям под рукой. Прямого доступа с торгового центра в сами блоки нет. Это связано с безопасностью жильцов. То есть, как вы можете туда добраться, есть эскалаторы с двух сторон и, конечно же, красивая зеленая зона, проходя мимо которой глаз может только радоваться. И всего лишь через несколько минут вы можете уже оказаться в торговой зоне данного проекта. А именно, открытый бассейн, баскетбольная и футбольная площадка, зеленая зона, детская площадка, тренажерный зал и спа-центр, а также парковка в два этажа. Для 1+1 и 2+1 – одно парковочное место, для 3+1 и 4+1 – два парковочных места. Друзья, ну а теперь самые важные финансовые вопросы. И хочу сказать, что в нашей компании есть два типа оплаты. Первый тип – это рассрочка до 20 месяцев. Ну или же второй тип оплаты – это первоначальный 100% взнос, после которого мы подписываем с вами нотариальный контракт, и буквально через пару недель вы получаете документ о праве собственности. Ну или, коротко говоря, ТАПУ. Инвестируя в проект Aaolu Çekmeköy Park, вы получаете не только высокий прирост капитала, но и уютный дом в спальном районе турецкого мегаполиса. Я согласен с каждым словом Катерины и хочу пригласить вас в наш офис. И большое спасибо вам за ваше внимание.